где? Давай эту шляпку возьмем. Возьми. На здоровье! И добрый вечер, Москва! Сейчас бедового, но задорно в свинило всякие шуточки исполняет. Следующая строка, здесь духом один дед на спины кончает. Его зовут сержант печальный, а я случайно наблюдал картину. Высокие заборы, ничего не видно, и стрельбище видно. Я помню те грибы после водного, как меня перло на волне. А я сейчас на войне, в набитой шинели. Полтора года только тушенку еле-еле выжили. Но я вспоминал пытки со смехом. Кошки в коробке, Кошкин принес коку и ешки. Клевета перенесла пельмешки, она все простила. Я постелил ей у окна, а правая рука грела, как батарея. Ее все равно продуло, но я прикрыл ее тулупом и целовал, читав на уста, и на ухо, и на губы. И это ее мечта, как с моего конца балафья капнула. Ну как же так жить, Ольга Марковна? Я въебал марку, надев шерстяные носки на гриндерсы. Я скин, сгрыз полпальца до крови. Меня кроет героин, который мне привез ликвид. Камчаткой его лепил, дыша выводил формулы все четко. На форуме они ее голосток. Циклон Б тебе висок. Баумовский концерт на бабушкинской проценты с Хадсоном. Собираем 3 на 3 в квартире. Мы группируемся как снайперы. Меня прет мультик с черным плащом. Приходит письмо, конверт пахнет хачом. Горячо, дело пахнет Чечнёй. 3 дня за плечом у почтальона, а это только путь на дорогу. Читаю его, вдруг пишет, что в плену клинок вонзили в ногу. Это хачьё, а мы white power, парни. Нам такой хуйни не надо. Ух, как хорошо, я пёрнул только что. А теперь давай прогоним Путина. На локте у меня паутина. Гарик, поставка через Черномырдина. Скидываю зигу у метро Выхина. Брат, рум попыханный. Ну как же так жить, Ольга Марковна?